Из обветшалого дома в сказочный терем. Такова новая концепция Галачевского дома культуры. По проекту ДК стилизуют в русских народных мотивах. Над внешним видом будут работать ярославские ремесленники. Но прежде утеплят фасад, заменят крышу и окна. Капитального ремонта Галачевский дом культуры не видел с момента постройки. Почти 60 лет. Строители приступили к работе в декабре. А пока идет ремонт, на сцене Дома культуры блистают не творческие коллективы, а доски. Их сейчас используют для укрепления крыши. Ну а ко внутренним работам перейдут, когда завершат работы внешние. В ДК полностью заменят систему отопления, реконструируют сцену, в концертном зале сделают ремонт, поставят новую мебель и световое оборудование. На каждом концерте здесь обычно аншлаг. Полсотни мест занято. А это, между прочим, четверть местных жителей. Дом культуры работает практически каждый день. Ну, выходные, конечно же, есть. Вот. И практически весь день расписаны занятия с коллективами, но по большей части в вечернее время, потому что жители сюда приходят после своих рабочих будней. Вот. В выходные он работает с утра и до позднего вечера. Участники местных музыкальных и танцевальных коллективов пока остались без полноценных репетиций, но приходят в свой ДК посмотреть, как продвигается ремонт. Я так понимаю, здесь будет небольшой гардероб. Перегородка здесь видна, здесь места гораздо больше. Здесь будет детская игровая комната. Мы очень ждем открытие, конечно, уже нового клуба. Очень хотим уже там выступать. И, конечно же, мы долго ждали, когда нам все-таки отремонтируют клуб. Мы очень довольны. И у нас, мне кажется, все население, которое у нас находится, они очень довольны этому, что все-таки у нас скоро будет новый современный клуб, где мы можем спокойно дальше также продолжать свою творческую деятельность. Капремонт Галачевского ДК стал возможен благодаря нацпроекту «Культура». Из федеральной казны на работы выделили 9 миллионов. Еще 500 тысяч – это деньги из областного и местного бюджетов. В прошлом году мы 4 Дома культуры отремонтировали, построили один в наших муниципальных образованиях. В этом году у нас 5 ремонтов в сельских домах культуры. Завершить работы планируют до конца сентября. К открытию обновленного ДК местные жители уже готовят концерт. Алена Стецук, Денис Лосев. День в событиях.